связи с пандемией коронавируса банк меняет своим клиентам номера счетов. Под таким надуманным предлогом мошенники похитили у югорчанки более 70 тысяч рублей. В дежурную часть по Югорску обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил сотрудник банка и предложил сменить номер счета. Нужно было сообщить данные банковской карты. Так, выполнив условия, женщина потеряла более 21 тысячи рублей. После югорчанке позвонил якобы руководитель службы безопасности и пообещал вернуть сумму. Женщина не заметила подвоха, сообщила злоумышленнику код из СМС и вновь лишилась денег. После очередного звонка, теперь уже с предложением пройти к ближайшему банкомату, чтобы вернуть денежные средства, женщина поняла, что ее обманули. Отмечу, за минувшие выходные югорчане перевели мошенникам почти 2 миллиона рублей.